А если у нас будет повтор? Золотая! А! Вот! Золотая сразу! Интересно, какая подсказка? Соня! София прекрасная! Всем привет, ребята! Думаете, почему у нас пустой стол? А у нас он не пустой, а у нас есть куколки-лохер-гор! Всем привет, друзья! Да, наконец-то они к нам пришли, и мы их дождались. Вот такие наши куколки-волосатики. Я таких просто мечтала! Ну что, начнем открывать. Мы сегодня ничего, ни мультики не снимаем, ничего. Просто открываем капсулу. Пока одну, а со второй у нас будет интересное видео. Да? Сюрприз! Сюрприз! Ну что, поехали? Так, у нас вот такая красавица с волосами. Софийка хочет? Какую ты хочешь? Кляксу. Кляксу хочет. Ребята, а вы какую с этой коллекции хотите куколку? Пишите нам обязательно в комментариях. А если у нас будет повтор? Золотая! А! Вот! Золотая сразу! Интересно, какая подсказка? Стрижка под мальчика. Прочитай. Стрижка под мальчика. Ребята, у нас сразу... Капсула и сразу золотая. Кляксочка. Так, и у нас подсказочка зайчик и много-много каких-то пакетиков в коробочке. Это книжки, мне кажется. Книжки, да, тут всякие книжки, носочки, он куда-то уезжает. Клёкса. Нет, это не клёкса уже. Но это золотая куколка, самая редкая. Клёкса тут нарисована. Вот она нарисована. Вау! Дорогая, ой! Ой, Кляксу вот такую хочу! Вот такую красоточку София хочет! У нас есть малышка! Ну ничего, Софийка, не расстраивайся! Это тоже круто, когда золотая капсула! Заколочки какие! Давай, у нас вот такие есть! Наклеечки, это стикеры для волос или еще куда-нибудь их можно клеить! Красиво, как круто! Я с первого раза! Вау! Софи, подожди! Вот и стеклышко! Ой, какое оно красивое, София! У нас золотая капсула! И ты все блестишь! Что же там, что же там? Открываем первый! Конечно! Спрей! Пшик! А тут же бигуди будут! Накрутим волосы! Смотрите, какая капсула! Это круто! Это волшебство! У нас давно не было золотых шариков волн. А тут прям сразу золотая капсула! Круто! Круто, круто, круто! Круто. Какая красивая заколочка! Это не заколочка! Заколочка! Это заколочка? Это цепочка на наш шлак для волос! И давай его зацепим! Давай! Ух, никак не получается. Скорее, давай, скорее. Давай не будем зацепить. Потом зацепим, да? Смотрите, здесь это обманка. Здесь оно не брызгает, но красиво. Это может быть подставочка. Она что, выкручивается? Нет. Да, она как-то выкручивается. Мы еще их не открывали, очень долго ждали. Подожди, тут под низом, под низом. А, под низом. Специальная. Так, у нас такая подставочка есть. Куда ее? Сейчас разберемся. Есть вот такая подставочка снимается. Вот такая крышечка. Мы открываем это. И она, наверное, где-то так как-то становится. Это. Конечно. Давай, 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 давай. Чёрный. У нас черная куколка. Я знаю, это крутая. Какая? Вот это, наверное. Это даже нитки снова. Да. Я даже уверена больше, что вот эта куколка нам попалась. Красавица! Вау. Смотрите, какой монстрик вообще! Давай бегудишка. В бигудях! Я бигудишка открою. Давай, бигудишка. Куколку мы откроем попозже. Посмотрим, что там внутри. Прическа мы золотая! Какие пакетики красивые, расческа как орликин, золотая. Да? Прическа! Золотая расчесочка! Вау! Круто! Я так счастлива, что они к нам пришли. Я тоже
И вот, вот эти красоточки. Очень красивые. Да, это она. Пакетики. Это редкая очень куколка, самая редкая из коллекции. Да, мы сразу. Это ж надо, так повезло, сразу. Самая редкая куколка в коллекции нам попалась. Вау. У нас бутылочка в полосочку с зеленым каким-то напитком. Нет, вот, смотри. Да, я не заметила, это для собачки. Для собачки? Это ей на шее, наверное, это такое ожерелье красивое. Я открываю вот это. Давай же, а убегу. Бигуди. А где одежда? Вот, что-то еще здесь есть. Это разве не знаю. О, какой красивый. Посмотрите. Написано БАД. И вот такой костюмчик, трусики и маечка. Вау, я так рада. Так, бигуди. Вот такие туфельки салатовые. С черными шнурочками и подошвой. Я сейчас вот сделаю. Бигуди накрутим, да? Вот две бигуди. Супер, супер, супер. А что делает стеклышко? Она будет блестеть. Дай посмотреть. У нее такой комбинезончик. Боже мой. Смотрите, какой комбинезончик красивый. Ну, покажи эту красавицу. Вау! Ничего себе! Сразу ультраредкая куколка. Классные у нее волосы какие. Она меня должна свет. Да? Но я боюсь ее купать. Я тоже боюсь. Но эти ниточки у нее есть. Сейчас я ее одену. Давай. Ой, тут кто-то еще должен быть. Пакетики. Иди, ручка была. Тут еще подставочка должна быть. Вот. Сейчас мы ее чуть не выкинули. Да. Вот сюда. Давай, подставочка тут должна быть. София. Ультраредкая. Ультраредкая, самая редкая куколка. Одежда. Она даже лучше кляксы, да? Нет, мне кажется, клякса. Но нам сразу попалась ультраредкая, еще и с волосами. Круто! Ой, ой, забыла вот эту штучку. Мы сейчас закрываем. Ну что, поехали? Раз, два, три, волшебство, привет! Мы с тобой поворачиваем. Молодец! Давай, откроем. Давай, я открою. Нет. И посмотрим. Бедняжка. Так, это ее домик. Как красиво. Давай я покажу. Ничего себе. У нее так налакированы волосы. Очень тугие. Это волшебная кукла, конечно. Она, наверное, круто меняет цвет. Да, мне кажется. Я боюсь ее купать с волосами. Интересно, можно ее или нет? Может, ее просто в холодильник заморозить? Может. И посмотрим. Да. Да. Вообще, посмотрите, у нее подчерки. Какую кляксу? Это кляксина бутылка, только... Это тут... ее подружка будет, да? Да, это подружка, если теперь в этой капсуле попадется... Теперь нам малышки не хватает. Если такой... в этой не попадется... И обезьянка ей идет. А вдруг тут кляксу попадется, а будут подружки две. Конечно, да. Это с подружки кляксу, а вот это подружки а две. А София уже в бигуде. Да. Накрутилась, красавицы вы мои две. Круто, все, супер. Ну, как ребята, же, пишите в комментариях, хотели бы вы себе такую малышку? Куда с эту подставку? Куда же? А это она тут крутится. Надо же еще снять вот этот колпачок и посадить ее в домик. И будет ей стульчик. Смотрите, какая красавица.
Ей так идет наряд ее. Блестящее лицо идет. Все лицо ей идет блестящее. Очень гламурная, красивая куколка. Привет, друзья! Нравлюсь я вам? Да, ты очень красивая. Очень нам нравишься. Вот так и стеклышко. А, тут мой телефон. Ну, наверное, будет блестеть. Вот. Это игра какая-то, что ли? Нет, это просто на телефон, и она будет блескучая. Блестящая. Куколка Бадди очень красивая. Теперь мы будем ждать малышку и ее питомца обезьянку. Да? Да, я хочу осень обезьянку. Ну что, ребята, все, будем прощаться. Вот такая нам красунечка попалась. И это очень замечательно. И у нас коллекция пополнилась на золотую куклу. Ой, какой страшный монстр. И у нас ультраредкая куколка. Все. Всем пока-пока. Пока. Да, до новых встреч. И не пропустите распаковочку нашей новой капсулы. До. Кто не подписался? Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик. Нажимайте и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить ни одно из наших видео. Пока-пока. Лайк. А с два лайка. Все, пока-пока. Пока-пока. Я блестящая. Ничего себе, какая у нее черная маска. Это она что, спа-салон? Нет, она на Хэллоуин собралась. Да. Вот, у нее костюм тоже. Очень красивый костюм. Вообще, производители постарались. И у него вот. Спасибо такой. Большое, что нам попалась такая красота. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ой. Да ты подаешь. Упала. Пока-пока. Пока-пока. Ребята, мы наклеим одну. Ребята вернулись, забыли наклеить наклейки. Я хочу цветочки. Нет, лучше вот это. Бантик, да, будет круто ей бантик. У нас черная, она шрифт черная, все. И вот сюда. Ой, что так криво. Ну, красиво. О, да, ей подходит. Смотрите. У нас черная. И ну, это все черная. Чернышка в черножке. Вот так. По-моему, на волосы оно плохо держится, а так вот круто. Да. Пока-пока! Лайк! Я счастливая! Я тоже счастливая! Поддержку развития моего канала подписывайтесь на мой канал и поддержите мои видео лайками. Вам не сложно, а мне приятно. Всем большое спасибо.